Адамс, 11:20 утра, 7 августа. Остановка на утренний кофе перед началом маршрута. Все, конец Стукумса. Все, дорога на Кестерцемс. Ехать и ехать еще. Очередной холм. Даже спуск на этот раз. Но понеслась. Надо решать, куда ехать. О, 4 километра у нас все. Более перекопанные, походу. Или все собрали уже, или ничего не выросло. Окончательно я решил надеть ветровку. Должно помочь. Неожиданный поворот. Резко сменилось покрытие, еще и подъем. Ну вот так мне больше нравится, когда само катится. Ну это я. Седьмой километр маршрута, где-то в 16 километрах от Кестерцемса, еду кругами. Юрмала 49 километров. О,
Замечательно. А туда ехать. Честно говоря, не понимаю, куда ехать. Вот 50 на юрмалы. Дорога на Энгура все еще. Это бесконечная дорога. Пока что не заканчивается. Вот пляж Венгуре. Самая западная точка побережья, где куда ездил с велосипедом. Пока что. Погода хорошая. Время где-то около 2 дня. И вот отсюда начнется долгий путь в Ригу. До Юрмалы километров 50. Наверное. Может даже больше, может чуть меньше. До Риги вообще неизвестно сколько. А пройдено уже около 40 километров. И снова на шоссе. Вот отсюда, вот с этой точки начнется путь. Ну, для начала в Рагоцемс. До туда километров 20-25. Там есть хорошее место, где можно пообедать. Вот, собственно, где я нахожусь. Знак Энгура. Развилка. Кестерсемс 2 километра, Юрмала 46. Это все предстоит проехать сегодня. Ну, тут покрытие не очень. Как я понимаю, надеюсь, оно не перейдет в грунтовую дорогу. Кестерсемс. Типа приехали. Так куда, непонятно. Море где-то слева, его не видно. Ну, заехал в сам поселок Кестерсемс. Посмотрим, что тут есть. Ну, началась лесная дорога. Это даже радует в какой-то степени, потому что по шоссе уже надоело уже ехать. Так что, ну ничего, скоро опять выезжать на шоссе и уже ехать до Рагоцемса, насколько я понимаю. Интересный камешек. Вот она. Ну, вот это очень неожиданный сюрприз, неприятный. Ремонт дороги. Причем докуда будет такая ситуация, неизвестно. Это дорога на Рагоцемс. Примерно так машины идут. Пыль. Ну хорошо, хоть ветер это все дело разгоняет. Ну все, не так плохо. Дорога немного улучшилась. Конечно, насколько это возможно. Так что это радует. Продолжение банкета. Плюс 26 показывает. 3 часа дня. Вот чуть-чуть-то речка. Так, Апшуцемс заканчивается. И следующий будет Рагоцемс. Рагоцемс. Последний большой поселок перед Рагоцемсом. Вроде как. Ух ты, Тупомс 18. Прикольно, я уже 61 проехал. Юрмала 29. О-о-о. Итак, Рагоцемс!
обед. Принцесса. Километров с момента начала маршрута. Ладно, скорость. До Юрмала 18 километров. Проехано уже 70. Как-то после плотного обеда врага всем все тяжело идет, но ничего. Дорога хорошая, катится хорошо. Но по старой традиции нужно бросить монету. Так, все, снимаюсь с лопастемся. Да, дорога на Юрмалу. 18 километров до Юрмалы. Всего лишь. Так, это где-то задворки Юрмалы. Это еще не доезжая до Каубы. Но появилась велодорожка. Что очень хорошо. Очень длинная прямая дорога вдоль национального парка Кемер или сквозь него, по-моему. Покрытие хорошее, катит хорошо, так что все нормально. Так, и так я полагаю, это Калбари. Такой типа последний поселок Юрмали. Вот на Риге 42. Ага. Интересно. Нет, если я буду ехать велодорожками, конечно, гораздо больше было. После 100 километров начались светофоры. Один из отличительных признаков Юрмалы – клумбы на столбах. Еще есть подсветки какой-то интересный. Хотя, поездив по Латвии, увидел, что такое во многих городах практикуется. Так, экстренная остановка на замену батареек в навигации. Батарейки заменил, сейчас GPS поймает и поедем дальше. А нахожусь я где-то около Асары. Между Вайвара и Асары, точнее. Как-то так. На Асаре там уже рукой подать. Решил ехать, кстати, по дороге, по шоссе. С момента начала маршрута с Тукумса. Тукумс, Энгуре, Кестерциемс, Рагациемс, там Каугури, Юрмала, да, и вот сейчас в Юрмале на побережье, это Ялдуболты, походу, где-то плюс-минус примерно. Уже 90 километров есть, и, ну, по крайней мере, до конца Юрмала можно ехать. Там будет видно. Да, но не помню, там... Thank you.
19.13, 95 километров позади, от Тукумса. Сейчас я в Юрмале, проехал Дзинтарей, буду ехать до Болдури, в надежде, что где-нибудь на пляжу кофе выпью. Потому что кофе очень хочется, ехать еще довольно много. Спасибо, как попрёт. Пожалуйста. Спасибо. Где-то 20 километров осталось до Риги. Сейчас дорога на Придойны. Скоро приеду. Солнце в закат уходит потихоньку. Nice.
Рига, 118 километров по велокампу от Тукумса через Ангура, через Тестерциемс, Рагациемс, Каугарю, Юрмала, Лелупе. Там золи туда ему тогда и в Ригу. Нормально идет, ветер попутный, пока еще светло относительно. Свет дополнительно поставил уже на Лелупе. Так что нормально. Осталось каких, даже не знаю, километров 8. Рига почти около нола, значит из заминки иду пешком последний там, не знаю, около километра. На одометре по GPS 121 километр ровно, на велокомпе 126.